Извиняюсь за видео, которое попало в интернет, попало в сеть, разлетелось по всем публикациям в Астрахани. И я осознал, понял, и больше того не повторится. Так делать нельзя, и на правильную часть нельзя ложиться, и такие жесткие ролики нельзя снимать. Потому что водитель может сбить, не заметить, и ему будет потом хуже, и мне в том числе.